человек вообще дурак, как бы по сути. Человек верит в легенду о Золушке. Ну что же в этом плохого? Да, это очень плохо. Это очень плохо, потому что это на самом деле... Я не знаю таких людей, которые не верят в эту сказку. И в этом плане это гениальная сказка. Абсолютно. Mm-hmm. Она улавливает глубинные психологические структуры в человеке. Mm-hmm. Вот не вера в Бога. Вера в Бога – это вопрос специальный. А вот то, что я Золушка, и то, что я буду вознагражден за то, что я Золушка. Я не видел вот людей, которые в это не верят. Но я знаю, что все миллиарды – это Золушки, а выходит замуж за принца – единицы, грубо говоря, в глубинном смысле. Значит, ложь, значит, что-то другое. А что другое? Вот здесь начинается абсолютно темное пространство.